dvhub.ru. Выполняется, принята и реализуется программа сохранения и укрепления здоровья. Я вспоминаю, когда в 2012 году были переданы полномочия в край, и тогда говорили, а что в городе, раз уже все отдали, то можно уже и все, пусть занимается край, раз у них полномочия и прочее. Но, тем не менее, мы рискнули и приняли, поддержали администрацию мэра города и приняли программу сохранения и укрепления здоровья, выделили, естественно, финансирование, и наше управление здравоохранения использует настолько разнообразный спектр форм работы, что население потянулось к здоровому образу жизни. Успешно выполняется федеральный закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма. И существенные, очень существенные изменения заметны среди населения. Многие курильщики, даже среди вот депутатов, подключились к этому, к этой интересной такой акции и бросили курить. Даже придумали всевозможные поощрения, награды для тех, кто вот закончил с курением. dvhub.ru